девушка. И тут я все время говорю, это же от себя. Нет, ну это перевод. Действительно, на английском языке так и звучит. I then invited her to climb down on the tree and discuss about marriage. А я перевожу это просто. Кончай работу, слезай с дерева. Давай поженимся. Итак, поняли? 16 против линии, 16 по линии, делимся пополам. А, сейчас по линии и делаем квадратики на месте. Потом делимся пополам, опять 16, 16, опять квадратики. Еще раз пополам. Ух, как у нас много. Ну, поместимся, ребята, поместимся. Каламатьянос, прошу. Каламатьянос у нас... Делимся еще, ждите, как у вас получается.